Ежегодный фестиваль «Эли Сумер», название которого вошло в нашу жизнь 25 лет назад, каждый раз пытается привлечь публику не столько разными сортами пива, сколько концертами знаменитых артистов. Так, например, в день открытия нынешнего летнего фестиваля перед зрителями выступит одна из самых ярких звезд современного рока, известная своим своеобразным стилем группа «Пласибо». Зарекомендовав себя как романтичный, мятежный и драматичный коллектив, «Пласибо» на протяжении вот уже 20 лет считается одной из самых популярных рок-групп, ставших примером для целого ряда альтернативных рок-банд новой волны. Выступит на фестивале знаменитая шведская группа «Кардиганс», завоевавшая мировую популярность после своей песни «Love Fool» из фильма «Ромео и Джульетта». И хотя на «Эли Сумер» основную музыкальную часть обычно составляют рок-музыканты, в этом году было решено изменить традициям, пригласив российскую поп-звезду. В предыдущих годах были у нас и «Звери», и «Градусы», и «Мумитроли», это как бы роковые, да. Но в этом году мы думали немножко эту как бы идею повернуть, и почему бы не попробовать такой танцевальный или диско-музык с музыкой. Вот и подумали, что бы могло бы в этом плане понравиться русскоязычному народу, и Нюша, остановились на Нюше. Нюша, которую многие называют прорывом на российской эстраде последних лет, выступит на большой сцене под открытым небом со своим новым супершоу «Объединение». Она станет третьей знаменитостью. В общей сложности же за 4 дня на 7 сценах в разных стилях выступит около 100 артистов. Организаторы уверены в успехе и нынешнего 22-го по счету фестиваля, ведь он хорошо зарекомендовал себя не только на родине, но и за ее пределами. Цифра была около 60 тысяч в прошлом году. Позапрошлом году, когда Pet Shop Boys была, тоже самая цифра. В прошлом году мы привозили, например, Hurt, Sebasti из зарубежных. Так что пытаемся как бы нам на всех вкусах принести что-то хорошее. С каждым годом на фестивале все чаще можно встретить гостей из Финляндии, Латвии и Литвы, которые наслаждаются живой музыкой в исполнении популярных артистов. Этот год не должен стать исключением. Хотелось бы лишь верить, что балтийская изменчивая погода в течение 4 дней с 1 по 4 июля и в этот раз зрителей и организаторов не подведет. Сергей Дыдыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.